Добрый день, дорогие подписчики! Сегодня хочу вас познакомить с санками-колясками от бренда Ника. Моделька называется «Наши детки 6». Вот в такой приятной расцветке, а так у них очень много разных цветов. Хочу сказать, что эти санки одни из самых легких, но в то же время у них не страдает функционал, он очень-очень богат. Посмотрим поподробнее. Хорошо опускается козыречек, и здесь есть удлинитель, то есть вы можете увеличить козырек, полностью закрыв вашего малыша от ветра, снега, дождя. На козырьке имеется вот такое вот смотровое окошечко. Вы можете подглядывать за своим малышом, как он у вас там спит. Также есть дождевик, который крепится по бокам с двух сторон, чтобы ветер не надул, снег не попал. Крепится по бокам на двух вот таких вот пуговках. Если хотите, дождевик полностью съемный, его можно будет отстегнуть, либо его можно будет сверху также пристегнуть на пуговки и зафиксировать. Также имеется накидка на ножки на молнии. Молния у нас идет двухсторонняя, очень удобная. Отстегнули и достали, либо положили вашего малыша. Внутри в накидке на ножки имеется вот такая вот просиликоненная подножка. Очень удобно, когда ножки малыша будут грязные, все можно будет протереть непосредственно к самой накидочке. По бокам накидка крепится на липучках с двух сторон. И снизу также она закрепляется на липучке, чтобы никакой ветер не задул вашему малышу. В комплекте имеется вот такой вот бампер, за который малыш в дальнейшем будет держаться. Но сразу хочу отметить, это пластик, его реально можно сломать, поэтому нужно относиться к нему аккуратнее. Обязательно имеется ограничитель между ножек, чтобы ваш малыш никуда не вывалился. Пятиточные ремни безопасности, накладки на плечики и межпаховая накладочка также присутствует. Матрасик на флисе, небольшой, утепленный. Также сами саночки по бокам полностью утепленные, то есть вот видите, они не тоненькие. Подножка у самих санок идет просиликоненная, в дальнейшем, когда ножки будете ставить, легко протираете. И поднимается она при помощи обычной железяки. Одно положение, второе и полностью внизу третье. В комплекте к данным саночкам идет муфта для рук, чтобы руки родители не замерзли. И имеется вот такая вот сумочка для всяких мелочей. Кстати, давайте замерим габариты данных санок, чтобы вы наглядно видели, какое здесь будет спальное место малыша. Длина санок 95 сантиметров. Ширина саночек будет 37 сантиметров. У модели в основном сейчас идет у всех на затяжках, то есть вы засовываете палец, нажимаете и затягиваете. Чем сильнее вы будете тянуть, тем больше угол наклона. Можно расслабить и придать любое положение спинке. Здесь у вас есть кармашечек для всяких мелочей. Что касается перехода на полозе, здесь имеется вот такая вот черная педалька, как мы ее всегда называем. Мы с вами на нее нажимаем, точнее поднимаем вверх. Саночки у вас падают, вы полностью их фиксируете и через дорогу можете перебегать вот на таких вот колесах. Дальше мы с вами опять нажимаем, поднимаем эту черную педальку наверх, нажимаем на санки, но не забываем ручками немножко помогать себе. То есть мы нажимаем и руками приподнимаем санки. Бывает, что сюда попадает снег и нужно будет донажать на нее до конца, чтобы она полностью зафиксировалась. Повторюсь, через дорогу в основном перебегаем вот здесь, чтобы не переключать туда-сюда и не тревожить сон вашего малыша. Ручки у санок идут перекидные. Натянули клапан, сняли его, натянули второй клапан, отодвинули от... Давайте вместе это сделаем. Оп. Убрали от рамы, сложно, перекинули и зафиксировали спереди. В таком положении вы можете кататься. Сейчас вы наблюдаете за вашим малышом. Это очень удобно и радует родителей. Но не забывайте, что в таком положении санки становятся уязвимыми и ручку можно сломать. Чтобы этого не произошло, мы на поребрик заезжаем не вот так всем весом тела. Мы ставим ножку и слегка натягиваем саночки на себя. То есть не давим вот так всем весом, а помогаем себе немножко ручкой. В том положении, в котором санки были изначально, вы можете делать все, что хотите, потому что здесь у вас уже идет рама усиленная, чтобы вы видели, вот она двойная. Саночками ничего не произойдет. Также, что вам хотела сказать, санки весят 9,4 килограмма, они достаточно легкие, даже перенося, если вы будете переносить их с малышом. Так, насчет бампера.
бантер крепится. Сейчас попробую вам объяснить, не знаю, поймете, не поймете. Оп. Бампер по бокам у нас крепится вот на такую вот клепочку. Вот. То есть вот здесь у вас есть дырочка, здесь клепка. Огибаем, попадаем и фиксируем. Потому что очень многие родители крепят вот сюда. Это неправильное крепление. Мы это видели уже не раз. Но, то есть надо правильно эксплуатировать санки, чтобы ничего с ними не происходило. Дальше. Как же саночки собираются? Все разбираем до максимума, то есть делаем лежачее положение, убираем подножку. И спереди у нас с вами имеются вот здесь два фиксатора. Убираем их в сторону, и санки сами падают вниз. Вот они собрались, убрали подножку. Они достаточно компактные, потому что если рассматривать санки немножко с другими ручками, они будут большие, объемные, не во все багажники залезут. Здесь они спокойно помещаются в багажник. И плюс... Вот здесь у вас сбоку есть дополнительная фиксация санок между собой, чтобы в машине они у вас не раскладывались. Разбираем санки. Я всегда придерживаю ножкой. Поднимаем наверх. Выравниваем подножку, обязательно не забываем. И фиксируем с двух сторон саночки. Это тоже обязательно не забывайте. Так что давайте отметим. Санки легкие, компактные, красивые, функциональные. В разных расцветках есть в нашем магазине. Не забывайте проходить на наш сайт, оформлять заказы, рассрочки, кредиты. Ждем вас в вашем любимом магазине. Коляски.